Полиция Нижнего Тагила задержала аферистов из Волгограда. Мужчины проникли в квартиру 80-летней пенсионерки якобы с подарком – двумя одеялами и комплектом постельного белья. Ранее к уголовной ответственности привлекались? Нет, не привлекался. А чем занимаетесь вообще? Продажи. Что продаете? Одеяло, постельные вещи, одежду. Подарок оказался с подвохом. По версии следствия, один из мужчин отвлекал пенсионерку, а второй зашел в комнату и забрал все накопления пожилой женщины – 250 тысяч рублей. После ухода незнакомцев жертва обнаружила пропажу денег и обратилась в полицию. Оперативники установили автомобиль, на котором передвигались подозреваемые. На следующий день они были задержаны в Верхней Пышме. При личном досмотре у мужчин изъяли почти 200 тысяч рублей. Деньги пенсионерке вернули. Возбуждено уголовное дело.